Flight fans of Warsaw, we are set for the next fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He stands 172 centimeters tall. His official weight, 66.15 kilos. He is an MMA practitioner, holding a pro record of 15 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Gordy, Georgia, here is Levon the Hornet Makashvili. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 172 centimeters tall. His official weight, an identical 66.15 kilos. He is an MMA practitioner, holding a pro record of 10 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Berlin, Germany, here is the fearless Attila Korkmaz. And our referee in charge of the action, Herb Dean. Ну что ж, клетка закрылась. Один из самых опытных, если не самый опытный рефери в истории смешных финалов, Харп Дин. Что еще нужно для того, чтобы показывать шоу? Этим двоим, я надеюсь, что больше ничего. Для меня, в первую очередь, когда мы говорим о немецком ММА, всплывает в голове Дэнни Вайхель. Я не знаю, как у вас, возможно, еще Денис Сивер, который долгое время успешно выступал в UFC. Да, я согласен с вами. Вайхель известен своими выступлениями в М1. Где даже был чемпионом в свое время. Проиграл Майербек Тайсумову, если не ошибаюсь, свой пояс. Скручиванием пятки. Здесь же мы видим, что все начинается с разведки. Причем такой разведки немножко провоцирующей. Оба спортсмена подставляют немножко вперед лицо, как бы провоцируя на удар. Особенно ярко это делает Леван. Ну, а чего ему? Он знает, что он всегда может перевести бой в партер. Его очень быстрые такие проходы, я думаю, многим запомнились. Причем он интересно их делает. Он делает не из точки А в точку Б, да, вот где находится соперник, а куда-то в точку С. То есть он еще немножко сносит, как американский футболист, своих оппонентов при проходе. Достаточно неожиданно для меня, что он не идет вперед. Мне кажется, ему немножко все-таки интересно. Ну и давайте честно, у него очень серьезный бэкграунд. Он давно уже не просто борец вольного стиля. Вот этот бокс, возможно, это что-то, что на данном этапе ему в единоборствах наиболее интересно. По крайней мере, сейчас здесь с этим оппонентом почему бы не попробовать? Мы пока не видим от немца ничего, кроме одиночных ударов. Одиночные удары. Он не создает какие-то сложные задачи. Для Ливана это совершенно точно. Да, пока хватает классических боксерских защитных действий, уклонов. А вот и есть. Уже переход в своей привычной работе, делает ее прекрасно. Да, прям вбил немножко вот так своего оппонента в стену. Направление своих секундантов сейчас будет получать дополнительные... Как это он так подгадал? Да, рекомендации. Действительно, так лучше слышно. Секунданты на другой край не перебегут. Здесь он среди своих. Да и в этом положении, я думаю, чувствует себя более чем комфортно. Да, он его прекрасно контролирует. Я думаю, сейчас приступит к добиванию. Не видел большого количества его боев, но наверняка ground and pound, то есть умение разбивать оппонента в этой позиции, у него должен быть на высоком уровне. Обратите внимание, попытка покрутиться. Мне показалось, что скорее попытка перехода на рычаг локти, такая разведочная, со стороны немецкого спортсмена. У него достаточно интересный гард, очень подвижный парень. Сейчас Ливан рядом с тем, чтобы пройти его гард. Ну, что вы интересного можете сказать про его гард? Гард же у нас это самое базовое положение в бразильском джиу-джитсу. Самое базовое, безусловно. Он очень активен со своей попыткой кимуры. Я уже очень давно не видел, чтобы кимура в профессионалах проходила из этого положения. Ну, почему бы нет?
все на новом витке как-то возвращается. Иван очень грамотно контролирует его, самое главное, контролирует свою спину. Вот вы как черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, расскажите зрителю подробно. Хороший, это именно Иван. Про гард в этой ситуации. Кстати, нет, здесь обратить внимание уже. Да, он открыл гард и все равно остается опасным. Удары снизу, и он достаточно гибкий, у него прекрасные гибкие ноги, поэтому может прекрасно защищаться. Сейчас он пропустил Ливанов свой халфгард, восстановил снова. На самом деле он очень квалифицированно защищается, но тем не менее ему необходимо вставать, что он и делает. Отличные защитные действия от немецкого спортсмена. Да, без каких-то, как показалось, особенных проблем встал в стойку. Вообще показалось, что работа внизу была комфортна для обоих спортсменов. То есть немец совершенно не стушевался. И ну, комфортно себя чувствовал в этом положении. Я думаю, что Ливан добился своей цели. Он совершенно точно заносит этот раунд в свою копилку. Он контролировал своего оппонента большую часть дистанции этого раунда. Вы знаете, в последнее время начал сталкиваться в единоборстве с тем, что поменяли судейскую систему. И просто контроля сейчас, ну, зачастую недостаточно. Точнее, при прочих равных, да. Но если, например, есть хотя бы одно точное попадание, оно вполне себе, ну, акцентированное попадание, да, такое, которое оказалось выражено, то оно вполне может перевесить такой контроль. Все чаще и чаще мы видим, как привычная для борцов схема перевести и подержать перестает быть успешной. Это как раз был не случай Ливана, он контролировал и осуществлял добивание. То есть он показывал активную работу сверху. Я понимаю, о чем вы говорите, действительно, зрителю иногда становится сложно понимать судейские оценки, но я думаю, что конкретно этот взятый случай был достаточно ясным. Да, и мне кажется, что более-менее все однозначно, и Ливан, скорее всего, записал такие себе этот раунд победный. Итак, раунд под номером 2. Обменялись лоу-киками. Вот, кстати, по-моему, первый хай-кик. Вот насколько сейчас шагнули все-таки вперед единоборство, что такие движения, как хай-кик, стали как джек, разведочные. Уровень, безусловно, растет. И уровень отдельно взятых бойцов от боя к бою прогрессирует до такой степени, что ты, в принципе, не ожидаешь какого-то определенного плана, особенно в таких ярких парней, как Ливан. Прекрасный перевод партер. Да, и вот здесь снова обратите внимание, в атакующей позиции снизу находится бразилец. Бразилец, это я действительно так сказал? Немец, очевидно занимающийся бразильским джиу-джитсу. Совершенно. Сегодня чувствую, так красной нитью пройдет через весь наш турнир тема бразильского джиу-джитсу. Да, мы действительно должны отметить прекрасную работу из гарда этого парня. Да, почему я заговорил о том, что снизу она атакующая? Потому что он был в так называемом баттерфляй гарде, да? Вот да, он сейчас будет его использовать для вставания, так же, как он это сделал в первом раунде. Вот поясните суть его действий сейчас. В чем его тактика, стратегия, что он сейчас делает? На самом деле, если он находится снизу, первое, что необходимо сделать, это минимизировать потери в вопросах, связанных с добиванием, это работа с дистанцией. А если он непосредственно заправляет свои ноги в такой гард, как баттерфляй гард, то он это делает для создания дистанции, для дальнейшего вставания. Это когда носки у нас находятся под спортсменом сверху. Да, совершенно верно. Находясь в закрытом гарде, в котором сейчас находился буквально мгновение назад, вот и вернулся сейчас в него, он прижимает своего оппонента к себе, чтобы не пропускать ощутимых ударов. Да, обратите внимание, что Ливан тоже как будто больше сконцентрирован на контроле, что ли, ситуации. Ну, то есть он чувствует угрозу, исходящую от немецкого спортсмена, от Атилы Куркмаза, и не получается у него развить
ну, так стремительно, что ли, свою атаку. Он очень квалифицированно реагирует на то, что предлагает его оппонент. Он старается улучшить позицию промежутков между этими действиями. Он осуществляет добивание, возвращаясь к той теме, которую мы поднимали выше, чтобы все-таки этот контроль был занесен к нему в копилку судьями. Yeah. Поэтому он очень ярко и квалифицированно работает сверху. Да, ну относительно работы Атилы снизу, обратите внимание, он умудряется вот сейчас, видите, да, как интересно, да, как в стиле одного из боев Диего Брандао поднимал вверх, и он атакует и ноги, растягивает ноги Ливана Макашвили, и поднимает вверх, и вообще пробует практически все, что можно. То есть, казалось бы, просто лежит сверху, но умудряется беспокоить на нескольких этажах сразу. На самом деле мы наблюдаем очень яркий бой, прекрасные технические размены. То есть мы видим использование именно техники очень высокого уровня со стороны обоих оппонентов. Да, пока очень здорово получается у Ливана Макашвили реализовывать эту попытку, этот контроль сверху. Что кроме этого? Было несколько хороших хаммерфистов, то есть удар, молотком сверху, но постоянные атаки есть попытки атаки ноги, скручивания. Очень редкое для бразильского джиу-джитсу действие. Защита. Сначала показалось, на канарейку перешел, то есть на ущемление икроножной мышцы, а потом на скручивание пятки. Распространенное действие именно сейчас. Болевые на ноги переживают такой бум на данный грэпплинг и в джиу-джитсу. В чем причина? Появление самбистов на этой сцене или вызванные Русимаром Польярисом? Не совсем так. Яркие представители этих видов начали пользоваться этим приемом. И, соответственно, большинство занимающихся всегда следует за формирующейся моде среди высококвалифицированных атлетов. Да, сейчас мы видим, что был таки определенный размен в стойке, и в отличие от первого примера раунда, где никто еще ни по кому в стойке не попадал, здесь вполне себе были размены успешные, то есть были попадания от обоих спортсменов. О чем это говорит? Это говорит о двух вещах. Первое, то, что все-таки спортсмены уже подобрали свои ключики, но так или иначе понимают, с какой дистанции удар наносить, начали чувствовать друг друга. И второе, немножко они все-таки подустали в такой постоянной борьбе. Она действительно была активна весь второй раунд. Очень интересная, конечно, судьба Ливана Макашвили в UFC. Он провел там 3 поединка, напомню. Из них один проиграл, один выиграл, оба раздельным решением, и один свел ничью. То есть настолько у него все на тоненького было. Карьера там была, мягко говоря, она не успела там раскрыться. Кто знает, останется он сейчас в UFC, вполне себе он навел бы там шума. Сейчас это, по крайней мере, кажется вполне очевидным. Я думаю, это была хорошая школа для него, совершенно точно. Иногда бойцы попадают в большие промоушены, можно сказать, слишком рано, не созрев. Я думаю, что это как раз тот случай. Сейчас мы наблюдаем его более подготовленного, более оснащенного, более мудрого как спортсмена, как бойца. Третий раунд. Снова провоцирует немецкий спортсмен на некоторые атакующие действия. Интересно, кстати, что у Атилы как раз Ушира проходила в прошлом раунде. Я думаю, что совершенно точно он понимает, что ему нужно забирать победу в этом раунде. И именно он тот человек, кто должен рисковать в этом раунде. Да, возможно. И мы видим, что в первый раз у Ливана не получился проход. При том, что, кстати, очень здорово он на этом не остановился, сделал такой сброс. И все равно у него не получилось записать еще один тейкдаун себе на счет. Это очень энергозатратная работа, связанная с переводами, работой в партере, у сетки. Поэтому это неудивительно.
Что всегда можно сказать о немецких спортсменах, которые очень, может быть, редкие у нас, но, тем не менее, при этом они всегда профессиональны. То есть очень высокий уровень профессионализма и такое отношение к своему делу, к тренировкам, к плану подготовки, ко всем вот этим очень важным, на самом деле, вещам. У них это на высоте. Вот такая культура работы, она действительно немецкая. В этой даже, пускай небольшой, немецкой школе смешанных единоборств все-таки чувствуется. Да, качественные характеристики, которые есть во всех видах спорта. А, здорово. Обратите внимание, была сейчас попытка сделать ножницы. Ну, она читалась, наверное, очень она сильно. Она была связана с тем, что он понимал, что не защищается в безопасной манере. Он попробовал, рискнул. Да, Леван же отбросил ногу, на которую была атака от Лилы. Но мы видим примерно, как бы это сказать, мы видим логичное развитие уже в третьем раунде. Примерно то, как ожидали мы, это какие ожидания у нас были от этой схватки, так все и проходит. Еще одна попытка перехода на болевой прием. Он использует тот же гард, о котором вы говорили, маршал, это баттерфляй гард. Он поднимает этими крючками, обозначим именно так его ноги, поднимает оппонента над собой, чтобы забрать замок на одну из ног. Да, ну мы видели, по крайней мере, одну очень красивую победу Диего Брандао. Вот, непосредственно за счет такого поднимания соперника сверху. Почему бы нет? Одно можно сказать точно, что попытки приемов, они не оцениваются. Да, то есть, как обещать не значит жениться, так и попытаться не значит сделать. А вот сделать прием в третьем раунде, когда уже и сам устал, и соперник уже успел вспотеть, довольно трудно. А, вот кстати, как раз вот тот прием, о котором мы говорили. Да, и перешел уже почти, но там уже не было должного захвата на руку. Хороший контроль со стороны Ливана. И не очень хорошая позиция для его оппонента. Да, держит задний пояс на спине. Кто знает, может быть, попробует перейти к окружающей. Но нет. Очень красивый уход. Да, видно, что есть некоторый паритет спортсменов. То есть, действительно, они друг друга стоят. Бой очень высокого класса, и особенно отрадно отметить, что это андеркард турнира UFC. А, да, действительно, это только лишь начало. Боев у нас сегодня будет 13. И каждый из них на заглядение. Поддавливает, конечно, немецкий спортсмен. В числе прочего, это засчитывают судьи также. Но хватит ли этого для победы? Большой вопрос. Ливан, есть ощущение, что чувствует, что выполнил достаточно для своей победы. Сейчас есть хороший размен, попадание. Он будет использовать первую же попытку для перевода, чтобы уже довести этот бой для его логического завершения. Да, 20 секунд. Почему, собственно, и нет. Оснований для риска никаких. Да, ну вы знаете, с точки зрения того, что все-таки он защищался, а все предыдущие попытки немецкого спортсмена он нейтрализовал, а так не чистился. Можно было попробовать. Ну вот мы увидели. И этот раунд. Этот бой совершенно точно заслужил зрительских аплодисментов. Уж по крайней мере от той части публики, которая хорошо разбирается в смешанных единоборствах, многие из них, я уверен, получили удовольствие. Мы отметим очередной раз матчмейкинг лиги. Очень качественная работа. Да, безусловно. И вот сейчас остается дело лишь за судьями, которые сейчас и объявят нам, кто же стал победителем.
традиционно не завидую судейской бригаде, которая, пока мы наслаждаемся этим поединком, вынуждена внимательно считать каждый балл, заносить оценки, аргументированно это делать. Каждая галочка в судейских записках что-то дозначит, лишней нет. Мы же, пожалуй, порадуемся, что находимся именно на своем месте. Удовольствие от этого поединка мы получили. Полностью, да, не согласен. Работа сложная, работа нужная, но хорошо, что ее делает сейчас кто-то другой. Да, мы знаем, что в ACA... Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our judges at cage side are all in agreement for your winner by unanimous decision. Левон, the Hornet, Маакашвили. Поздравление Ливану, поздравление Грузии. Судейская бригада начала говорить в ACA исключительно международная структура. Нет сейчас представителей, к примеру, России, основных представителей там других стран, и это очень широкий перечень. А поэтому. А, кстати, еще одной особенностью ACA является то, что здесь не может быть ничьих. Поэтому порадуемся за то, что мы видим эффективную картинку и идем дальше. А дальше мы идем в бой под номером 3. Есть только один момент. Борис, играй, рискуй и побеждай. Генеральный партнер лиги ACA – букмекерская компания «Бинго Бум».